Алло. Алло, Виктор. Что случилось, Макс? Я не знаю, меня одурачили. Очередной день в офисе, да? Проснись, Макс. Босс хочет нас видеть. В основном я работал на Родриго Бранко, местного бизнесмена. Он строил дома, выигрывал призы. Одним из таких выигранных трофеев была его жена. Она была сексуальная и любила опасность. Я хочу вернуть жену. Пришло время выяснить, что здесь происходит. Это Сан-Пауло, брат. Это может быть любой. Местные уличные банды, наемные бойцы, бывшие копы или армия, я не знаю. Фабиана Бранко, где она? Мы проиграли, Макс. Наша семья разрывается на части. Черт возьми! Пришло время сравнять эту проклятую дыру с землей. Теперь ты в джунглях. И я предупреждал, что город опасен.